Город для человека или для животных? Гомель, стая бездомных собак напала на мужчину. Кто ответит за эту смерть? Окружили меня со всех сторон. Убивалась как могла. Во всех бедах этих собак виноваты люди. Посадили на короткую цепь, ей кинули кусок хлеба, и на этом все. Милиция меня отправляет к начальнику ЖЭСа. Начальник ЖЭСа мне приносит отписку. Бойцовские собаки. Каково это, когда сосед держит в страхе весь двор? Ты идиот? Объясните что мне, что он пожалуйста, не кусается? А не хватает только цербера, собаки баскервилей. А также как защитить самих животных от зверства человека. Собак выволокли и попросили топор. Как можно свое животное отдать под такую эвтаназию? Вот как? А еще фото с львенком. Мило или дико? Львенок испытывает стресс. По нашей статье не предусмотрена конфискация. Животные в мире людей. В понедельник в 8 вечера.